Всем привет, с вами Китай Маркет, и у меня новая посылочка. Посылочка пришла очень быстро, около 3 недель. При открытии даже уже чувствуется немножко запах. Я уже могу догадываться, что там по ощупу и по запаху 100% это кошелек, о котором я мечтала. Я мечтала о кошельке. Мне очень давно мне понравился этот кошелек. Но только сейчас решилась его заказать. Читала отзывы. Отзывы были хорошие. Доверилась продавцу, значит, вот еще раз показываю, значит, пришел кошелек в таком пакете упакованный, плюс еще один пакет натерчатый, и вот он кошелек. Ух ты, классно. Цвет, конечно же, намного ярче, там будет как бы ало-красный. А здесь такой прямо темный цвет красный. Ну и не бордо, хочу сказать. Значит, там вот такой вот на кнопочку. Значит, здесь вот такие вот кармашки для визитных карточек, для фотографии. Значит, здесь еще такой пробник, типа показано, что это кожа. Но я, конечно же, это потом проверю. Но на ощупь, на самом деле, когда его трогаешь, чувствуется, что это настоящая кожа. И запах кожи присутствует. Значит, еще раз повторюсь, значит, здесь для фотографий. Здесь очень много кармашек для визитных карточек. Любители, кто имеет много карточек, поэтому как бы я для этого больше всего заказала кошелек и заказала из-за дизайна. Дизайнер суперский. Все внутри сногсшибательно, оценка 10 с плюсом, подкладка, все подшито аккуратно, никаких зацепок нет, претензий нет. Здесь также много кармашек для карточек. Здесь такая змеечка. Тоже для меня, для мелочей. Или можно даже и денежку поставить. Значит, вот так. Здесь раз, два. И третий вот такой вот кармашек. Да, для денежек. Значит, сбоку карманчик не обманщик. На самом деле можно даже и копеечки поставить. Кому понравился этот кошелек, ставим лайки, подписываемся на наш канал, советуйте вашим друзьям. На этом все. Всем спасибо, пока-пока, до новой встречи.